Носогубная морщина, видна стареешь. Ну да, ну что, мне 38 лет уже, старый. Есть такая пословица, старый конь борозды не испортит. Так что, блядь, еще посмотрим. Старый в 38 лет. Знаете, я как-то встретился с Рапопортом, а ему 75, он рассказывает, как он, ну, показывает мне плетку и говорит, я недавно там, короче, тему одну нашел, плетку повесил на стену. Каждая женщина, которая заходит в мою квартиру, сразу понимает все, какие будут отношения дальнейшие и все остальное, да. Ну, конечно, если вам 13 лет, вы смотрите мой эфир, то я для вас старый. Но знаете, когда встречаюсь с некоторыми моими друзьями, которым по 75, я мальчик, сука. Я себя чувствую таким молодым. И думаю, блядь, ебаный в рот. Я, ну, по сравнению с ними, я себя чувствую на 15 лет. Вопрос твоего круга общения. Как бы вот так вот все. И, кстати, я заметил, вот многие люди начали писать, Алекс, ты там стареешь, старичок там пишет мне там, да, старичок пишет ребята, которым по 13-14 лет. Это еще пока сознание не сформировано, лобная доля не сформирована, она только к 25 годам сформируется. То есть, ну, дети пишут, вот. Они, наверное, чувствуют настолько сильное родство, ну, чисто, ну, потому что я веду себя так, как будто мне 15, да? Вот, и поэтому говорят, сука, тебе же должно 15 быть, ты так себя ведешь, как 15-летний, блядь, пацан. Хули тебе 38? Знаете, я не чувствую ни хера возраста совсем. Единственное, что вот вчера почувствовал, вчера, когда я подтягивался, 26 раз, когда я подтянулся, на 26-м разе я почувствовал, что уже, ну, как бы вот, наверное, в 15 лет я мог бы больше, но в 15 лет я подтягивался 5. То есть, видите, я как бы сейчас гораздо пизже себя чувствую, чем я чувствовал себя в 15. Мне возникает вопрос, что за хуйня? То есть, по идее, пацаны молодые должны себя чувствовать охуенно, там, в 15-16 лет у них много сил, там, энергии, да? Но я подтягиваюсь больше, чем я подтягивался. В 15 лет, в 20 лет, в 25 я тоже не подтягивался столько. Вот. А 36 раз подтягивание вообще для меня было, блядь, что-то невозможное. Для 16-летних, 25-летней уже дедушки. Да. Видите, как получается, что вот в этом эфире, значит, меня смотрят люди. Я когда помню, люди писали там, сколько лет. Меня смотрят люди по 16 лет, меня смотрят люди и по 50 лет. Почему? Потому что тёлки интересны всем одинаково. Какая разница, сколько лет? Вот в этой теме у нас нету возраста, есть достижения в теме. И если человек, которому 18 лет даже, да, он в теме прошел больше прокачек, чем человек, которому 60, то он круче. И похуй, что ему 18. А если человек 60 лет прошел больше прокачек, чем кто-то там в 50 лет, он круче. Ну, не важно вообще. Важно в теме, возраст в теме. Сколько ты в теме прошел прокачек, сколько ты в теме соблазненных женщин по теме, да? Сколько влюбилась в тебя, сколько ты построил гаремов. Это важно. Все остальное не важно. А, да, ребята, онлайн будет, не переживайте, все это автоматически запустится, значит, в чат вас добавят и так далее. Он будет 1 ноября, как и планировали, в любом случае стартанет, так что все нормально. Не переживайте. Все по плану. У нас всегда все по плану. Все по плану.